Друзья, всем привет! Мы тоже в прошедшие выходные наконец-то добрались до нашей дачи. Провели после зимнюю ревизию и даже успели кое-что сделать. Пруд и его обитатели пока спят. В этом несомненный плюс. Рыбы еще есть не могут, холодно, а чтобы не помереть с голоду, уж лучше просыпаться попозже. Ну и кверху брюхом никого не вижу, слава тебе, Господи. У нас еще, можно сказать, сугробы, но растения не дремлют. Только отодвинулся язык снега, тут не зевай, пора цвести. Не обошлось и без потерь. Рухнувшим с крыши снегом сломала нашу большущую гортензию. Конечно, у хозяев-то память девичья, забыли ее на зиму связать. Снега было так много, что сложила даже тарелку телевидения на крыше, пришлось ее заменить. Скворечники мы уже почистили, и они висят на местах, ждут пернатых друзей. Ну и, конечно же, парники. Там стоят дымовые шашки, так что грибки и вредители вам точно каюк. Снег постепенно сходит со всех укрытий. Крыша из пленки срос уже сняла. Хоть с северной стороны лутросил еще примерзший к земле, но с южной его вполне можно откинуть и заглянуть внутрь. Раскрывать розы, конечно же, еще рано. Кому интересно, как постепенно снимать зимние укрытия, в верхнем правом углу сейчас появится ссылка на пару наших видео по этой теме. Так что укрытие я пока оставляю, а вот первую обрезку уже можно сделать. Сейчас отрежу только те веточки, которые точно видно, что отмерли или больные. Основная обрезка будет позже, когда проснутся почки и тронутся в рост. Розы перезимовали отлично, все зеленые. Вот такое количество обрезков получилось с 15 кустов. А это мои парковые розы. Их не укрываю, тоже отзимовали на ура. Почки уже набухли, как только тронутся в рост, сразу же и обрежу, чтобы видно было, куда направить. Так что весна все же идет, хоть и не очень быстро. Ну вот и ревизия конец, а кто слушал, молодец. До свидания всем и до новых встреч на нашем канале.